Вот, короче, ребятишки, кушаю вот такие вот кусочки бобрятинки, обалденные. Помните, что я показывал вам? Варили на копчение, вот она сейчас вот так прямо от костей отделяется, видите, как легко. Прям вообще мягкое такое, классное. Вот этот жирочек вообще такой офигенный. Вот, смотрите. Прям классненький жирок такой, вообще обалденный. Да, свина? Я не знаю, если правильно бобрятину приготовить, она вообще офигенная. Вообще классная получается. Так что давайте, пускайте опять слюночки. И ставьте лайки, ребятишки. Всем пока.